Твери завершились традиционные всероссийские соревнования по русским шашкам «Звезды Верхневолжья». Состязания прошли в двух дисциплинах – в основной и молниеносной программах. Три юных саровских спортсмена завоевали 6 медалей, из них 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Мы собираемся с ребятами, разбираем дебюты, проводим практические игры, практические партии. Занимаемся по той же программе, которой мы занимались в учебное время, но сейчас более расширенно. Мы стараемся, чтобы времени побольше свободного, и ребята готовятся к будущим соревнованиям. Некоторые воспитанники Дворца детского творчества занимаются шашками уже более 8 лет. За это время были присвоены различные спортивные разряды, в том числе КМС. Но останавливаться на достигнутом они не собираются. Планы у них грандиозные. Я многократный чемпион Нижегородской области, призер всероссийских соревнований. 4-е место на мире было в 2018 году. В принципе, неплохо. Ну, шашками можно заниматься всю жизнь, не как футболом и на боксе. Ну, тем более, ты на шашках один должен думать, увидеть комбинации и не попасться на ловушки. У Дворца детского творчества есть еще один повод для гордости. Одна из их воспитанниц уже завоевала 31 медаль и 4 кубка. Несмотря на юный возраст, у Алисы первый спортивный разряд и золотая медаль на первенстве в России. Я играла с Рабаджидианой и хотела ей провести одну комбинацию, но она не попалась, и я ее все равно выиграла, потому что там у меня была сильная позиция. Вот одна из комбинаций сейчас я покажу. Комбинация решето у черных образовалась. И белым нужно выиграть. Сначала мы отдаем одну шашку, и у нас получается небольшая колонка из двух шашек. Потом мы еще одну шашку отдаем. Если черные бьют этой шашкой, то мы бьем две в дамке. И бьем сюда. А если черные бьют вот этой шашкой, тогда мы собираем все шашки по кругу. В конце июля юные спортсмены собираются в Санкт-Петербург на всероссийский турнир «Белые ночи», а в середине августа примут участие в турнире «Волжские зори» в Самаре. А восходящая звезда, чемпионка России Алиса Рубцова в составе сборной России 21 августа едет в Болгарию на чемпионат мира по шашкам.